Всем привет! Вот и подходит июль к своему завершению. А у меня подготовлен для вас прогноз погоды на последние выходные этого месяца. В субботу синоптики прогнозируют дождь. Ночью столбик термометра покажет плюс 13 градусов, а днем плюс 22. В воскресенье пасмурное утро сменится ясным днем. Ночью столбик термометра покажет плюс 16 градусов, ночью плюс 21. Блокнот «Воронеж» открыл раздел к 1 сентября. И если у вас есть что предложить школьникам и их родителям, звоните, и мы расскажем об этом всем. Подробности в описании.